Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начинаем наши встречи с юмором. Мы, конечно, понимаем, что для многих из вас, если не для всех, эти встречи не начало, а, конечно, продолжение. Трудно себе представить человека, который сумел прожить хотя бы один день без улыбки. Анатолий Васильевич Луначарский говорил, что смех не только признак силы, но и сам сила. А великий Чехов считал, что юмор – это спасательный круг на бурных волнах жизни. Не зря Всемирная выставка карикатуры и юмористического рисунка проходит под замечательным девизом «Мир уцелел, потому что смеялся». Вот видите, мы привели сегодня уже такое количество цитат, что их, конечно, хватило бы, наверное, для того серьезного гражданина, о котором писали Ильф и Петров. Помните, он все сомневался, нужен ли смех в реконструктивный период. Нужен. Был нужен и будет нужен во все периоды нашей жизни. Вокруг смеха. Итак, друзья, мы приглашаем вас в путешествие вокруг смеха. Но прежде чем пуститься в путь, мы решили выяснить мнение об этом путешествии некоторых участников сегодняшней передачи. Вячеслав Троян бодро приветствует наш курс на улыбку. Хотя Екатерина Троян настроена менее оптимистично. Ой-ой-ой. Зато лауреат Сопотского фестиваля Ирина Понаровская прямо заявила. Александр Жиромский был, как всегда, немногословен. Да, юмор – дело нелегкое. Возможно, поэтому нам показалось, что на глазах Любови Полищук слезы? Нет, ну, может, это и слезы. Но они же сквозь смех. Или наоборот. Татьяну и Сергея Никитиных мы попросили рассказать, как выглядит дом, в котором нет улыбок. Ужасная картина, то моль, то паутина, то корь, то скарлатина, то насморк, то ангина. Какой кошмарный дом! Мы обратились к Ирине Зеленой. А что делать, если у человека вообще нет чувства юмора? Просто узнайте у кого-нибудь из друзей, что сейчас есть такие вот новые таблетки. Я не знаю, но вот новые таблетки, вот буквально так, что вот две таблетки человек принимает, и всю голову как рукой у вас снимет. Вопрос к писателю Григорию Горину. Хотели бы вы сами подвергнуться благотворной сатирической парилке? Ну, во-первых, у меня ванная есть. Во-вторых, я уже в среду помылся. Здесь пора поставить точку. Хоть и очень странно это. Но, тем не менее, мы прислушались к совету Людмилы Гурченко и решили закончить наше мини-интервью вопросом к писателю Михаилу Жванецкому. А зачем вообще нужен юмор? Чтобы еще полнее сделать то, что называется этим простым словом «жизнь». В общем, о чувстве юмора можно и нужно, наверное, сказать много добрых и мудрых слов. Но не будет ли смешно, если мы с вами будем говорить об улыбке и не улыбаться? Давайте перейдем к делу. Наступает рассвет, день чудес настает, отчего мне всегда так везет. Опять настанет утро, опять случится чудо, и опять меня удача ждет. Улыбается жизнь, словно радость.
настанет утро, и ожидая чуда, улыбаюсь я во сне. Даже порой посетит меня грусть, я чуть-чуть погрустил, улыбнусь. Когда бывает трудно, когда бывает грустно, я на зло сниму. И улыбнется счастье, улыбнется счастье вам в ответ. Ла-ла-ла, 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 улыбнется чаще, и улыбнется счастье. Юмор – дело серьезное, поэтому в путешествии вокруг смеха нас сопровождают опытные специалисты-консультанты. Главный режиссер Московского театра имени Ермоловой, народный артист РСФСР Владимир Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Вот на этой площадке, окруженной костюмами разных эпох, у нас будет представлен юмор театра. Популярный артист цирка, клоун, заслуженный артист РСФСР Андрей Николаев. А это маленькая эстрада, отдана как раз юмору эстрады и цирка. А на этих уютных креслах расположатся писатели-юмористы. Представит их главный администратор клуба «12 стульев» литературной газеты Виктор Веселовский. Дело в том, товарищи, что тут поступило несколько записок с просьбой представить нашего ведущего. Я с удовольствием это делаю. Это мой друг, поэт-пародист Александр Иванов. Ну, а сейчас мы побеседуем с вами, Виктор Васильевич. Вы много лет посвятили журналистике, причем не просто журналистике, а работе с сатириками, с юмористами, с юмористической литературой, и поэтому лучше всего, если мы нашу с вами беседу построим как интервью. Можно? Пожалуйста. Вот первый вопрос. Что вам, как заведующему отделом сатиры и юмора, больше всего запомнилось за годы вашей работы?
Вы знаете, за 12 лет редактирования мной 16-й страницы литературной газеты через мои руки прошло несколько тысяч рассказов, пародий, афоризмов, из которых мне лично, как заведующим отделом, особенно запомнился один афоризм. Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Если раньше наших шуток не понимали отдельные товарищи, то сегодня уже отдельные товарищи наши отдельные шутки понимают. Ясно, это здорово, но не совсем понятно. Разъясните, пожалуйста. Ну, пожалуйста, вот судите сами. В 67-м году, когда только начиналась толстая 16-страничная литературная газета, в которой появился клуб «12 стульев», мы поместили заметку, в которой говорилось о том, что в одном австралийском селении живут братья-близнецы, одному из которых 24, а другому 32 года. И вот после этой публикации газета была буквально завалена письмами возмущенных читателей, которые гневно вопрошали, мол, как это так? Разве такое бывает? Нам пришлось публично покаяться и через газету дать поправку, что да, действительно, по вине редакции допущена досадная опечатка, и первому близнецу не 24, а 42 года. Понятно. Да, действительно, конечно, чувство юмора – это особо деликатное чувство. Весьма, весьма. Дело в том, что одному это смешно, другому не смешно, а третьего просто раздражает. И прав был польский сатирик Станислав Ежелец, который говорил, что если у человека нет чувства юмора, то должно быть, по крайней мере, чувство, что у него нет чувства юмора. К сожалению, это тоже далеко не всегда случается. Понятно. Но это все шутки, а если говорить серьезно, то наши люди веселые люди, и значительную часть публикаций литературной газеты представляют письма читателей. И вот сейчас я хочу продемонстрировать образцы этой продукции, последние известия, рога и копыта с места. Конный спорт. Упорная борьба разгорелась между участниками главного заезда. Первым к финишу пришел жеребец Потоп. Второе место занял его наездник Быков. Кое-что о дельфинах. Удивительный случай произошел вчера на Черноморском побережье Кавказа. Знаменитый критик Михейкин заплыл далеко в море и начал тонуть. Проплывающие мимо дельфины сделали возле него круг, но спасать не стали. Этот случай еще раз доказывает, что дельфины – мыслящие существа. Бракодел на конвейере. По преступной халатности бракодел слесаря-сборщика Кузькина вчера с конвейера Энского автозавода вместо самосвала сошел Мерседес. Кузькину поставлено на вид. Праздничный адрес. Хороший подарок получила в день своего рождения бухгалтер Фомина. Сослуживцы преподнесли адрес мужа, вот уже 10 лет скрывавшегося от уплаты алиментов. Объявление. Опытная няня, 22 лет, с рекомендациями, пойдет в тихую интеллигентную семью к мальчику не старше 28 лет. Языкознание. Профсоюзному комитету Энского металлургического комбината требуется человек, хорошо владеющий языком для наклеивания профсоюзных марок. И в заключение выпуска коротко о погоде. Завтра в течение дня все возможно. Надеюсь, что все вы любите, знаете и читаете литературную газету. У нас на 16-й полосе есть такая рубрика, называется «Фотоателье». Публикуется забавная фотография, и все, кто хочет, придумывают к ней смешную, забавную, остроумную подпись. Лучшие подписи публикуются. Сейчас я вам также покажу одну увеличенную фотографию. И до конца вечера пусть каждый придумает, ну, может быть, не каждый, но придумайте подпись, напишите ее, пожалуйста, на бумажке. И пусть эти записки сосредоточатся в первом ряду. Здесь сидит несколько человек, большие специалисты и знатоки юмора. Они это все прочитают, рассортируют и выберут самую смешную, самую остроумную, самую забавную.
И победитель получит, уверяю вас, весьма ценный приз. Пожалуйста, думайте. Надеемся найти победителя и наградить его. Экспромт! Один момент. Вот. Дядя.
Ой-ой-ой. Иди вот это два пойди. Ой-ой-ой. Экспромт. Следующим на ковер вызывается писатель-сатирик Григорий Горин. Дело в том, что Григорий Горин, врач по профессии, в свое время закончил Московский медицинский институт, несколько лет работал в скорой помощи, затем стал писать юмористические рассказы, дважды получил премию «Золотой теленок», короче говоря, прочно вошел в ряды нашей литературы. Не знаю, что в этой связи приобрела наша литература, но то, что медицина ничего не потеряла, это уж точно. Григорий Горин. Иди. Туда. Еще один рассказ, который был напечатан в клубе «12 стульев», в номере, посвященной памяти Михаила Михайловича Зощенко. Это один из моих любимых писателей, и у него, вы знаете, был когда-то знаменитый рассказ под названием «Баня». Его читал Леонид Ильич Утесов, многие другие артисты, он был популярен. И вот в прошлом году, когда отмечался юбилей Зощенко, я решил, так сказать, попробовать написать в его стиле как бы продолжение этого рассказа. Одним словом, рассказ называется «Сауна». Недавно в городе открылась баня закрытого типа. «Сауна» называется, что в переводе с финского означает «финская баня». Я про нее и не знал. А тут звонит мне приятель Егоров и говорит: приглашаю тебя, Николай Степанович, в субботу в финскую баню. Я говорю: спасибо, но, во-первых, у меня ванная есть, во-вторых, я уже в среду помылся. Он говорит: чудак, я тебя не мыться зову, я интеллигентно провести время. Шашлыки поедим, пообщаемся с нужными людьми. Там такой солидный контингент, будь здоров, еле пропуск достал. Ах так, говорю, если это вроде как мероприятие, тогда я с наслаждением. Приходит, значит, суббота, и тут у меня с этой сауной случается первая загвоздка. Не знаю, как в баню одеться. С одной стороны, в интеллигентное общество, в чем попал, не пойдешь. С другой стороны, зачем хорошо одеваться, когда все равно раздеваться? Думали мы с женой, думали, потом она говорит: раз, Коля, там будет такой бомонд, надевай новые джинсы. Это она мне купила у спекуля джинсы. Но я вам скажу, не джинсы, это чудо природы. На пол поставь, стоят без всякого содержимого. Я их год не надевал, все берег для торжественного случая. Одним словом, напяливаю я джинсы, надеваю сверху рубаху системы Баттон, еду. Баня, доложу вам, снаружи ничего особенного. Но внутри, конечно, произведение архитектуры. Стиль модерн под старину. Все деревом обделано, камин, светильники темные.
орган играет по магнитофону. И компания солидная. Попивают коньячок, дымят не нашим дымом. Ладно, посидели, покурили, потом все направляются в парилку. А у меня тут происшествие. Молнию на джинсах заклинило. Ни туда, ни сюда. Дергал, взмок. И самочувствие глупое. Все голое, как дурак в штанах. Прямо не знаю, что предпринять. Егоров советует. Ты, Николай Степанович, ступай прямо в них, в парилку. От нагревания предмет расширится, ты из него выскочишь. Ну, засмеют же, говорю. Ничего, ты держись независимо. Может, ты оригинал. Может, ты именно в таком виде любишь париться. Ладно, иду в парилку, сажусь на полку в штанах с независимым видом. Но вокруг, правда, народ интеллигентный. Виду на мой вид не подают, только разве что чуть-чуть потеть быстрее стали. Потом все в бассейн нырнули. А я сижу, накаляюсь. И все без толку. Понимаете, нагреваться эти сволочи нагреваются, а расширяться ни-ни. Недаром жена за них спекулю сотню дала. Сил моих нет, чувствую, я в них плавиться начинаю. Соскакиваю с полки, лечу к бассейну, а тут вдруг банчик меня не пускают. Извиняюсь, говорит, в штанах купаться запрещено. Я говорю, у меня стыть мало. Он говорит, выйти на улицу, остыньте, а в верхней одежде в бассейн не пускаем. Я бы с ним поскандалил, но чувствую, угораю. Егоров, ору, миленький, выпусти меня из джинсов, а то помру. Егоров видит положение серьезное, схватил ножницы, разрезал мне джинсы вместе с трусами, выскочил я оттуда и в воду. Полчаса остывал. Теперь дальше. Садятся все за стол у камина, начинают шашлыки уминать. Я тоже иду, но тут получается конфуз. Все уже оделись, а я в чем мать родила. Тут общество, несмотря на интеллигентность, начинает возражать. Один говорит, это что ж такое? Это что за странный субъект? Парится он в штанах, а как за стол садится, он их снимает. Зачем, говорит, ты, Егоров, привел с собой этого типа? А Егоров говорит, я извиняюсь, не тип, а Николай Степанович. Он в автомагазине работает. И у них в конце месяца запись на «Жигули». Тут, конечно, происходит обратный отлив. Тот, который говорил, говорит, ах, извините, мы этого не знали. Тогда другое дело. Сидите, дорогой Николай Степанович, не стесняйтесь, нам даже очень приятно видеть вас в натуральном виде. Поели мы, выпили, пообщались, стали домой собираться. Подходит банщик, говорит, извините, Николай Степанович, за мою грубое поведение. Если желаете, можете одеться и снова выкупаться. Я говорю, да нет, забудем. Я вообще сюда не купаться ходил, а так с интересными людьми пообщаться. Он говорит, ну тогда заходите еще. В общем, если честно говорить, очень понравилась мне сауна. Только джинсы эти проклятые я больше не надеваю. В угол поставил, пусть стоят. Так вот, хотелось бы сегодня немножко порассуждать на тему театр и смех. Я понимаю, тема, конечно, очень большая, и кратко об этом сказать совершенно невозможно, но какие-то вот соображения, рассуждения на эту тему вас, как практика театра, нам важно было бы сейчас услышать. Пожалуйста. Театр и смех, юмор. Знаете, трудно определить, когда в театре возник юмор. Давайте вспомним с вами вот времена античности. И греки, которые были удивительными театралами, и это не придумка, это было так, они восхищались трагедиями Эврипида и Софокла, но вместе с тем они и с восторгом принимали комедии Аристофана, когда это было. И сейчас, наверное, не место и не время рассказывать о том, как пишутся, как создаются смешные пьесы. Да и лучше всего об этом сказал Марк Твен, отвечая на вопрос одного назойливого любителя театра. Он сказал, смешные пьесы – это очень просто. Достаточно только иметь перо и бумагу и записывать все, что приходит вам в голову. Вот, правда, сложнее дело обстоит с тем, что именно приходит в голову. Тем не менее, вот он, видите, в такой шутливой форме определил, так сказать, технологию производства смешной пьесы. А если говорить о смешном всерьез, то, вероятно, настоящая комедия рождается по-настоящему в веселом театре, у веселого автора и при помощи веселого зрителя.
На сцене театра имени Ермоловой идет спектакль «Мэри Поппинс». И посвящается он детворе. Звучат в нем песни, много песен. Миссис Бэнкс поет свою песенку. Ах, так и есть, да так и есть, живем как в балагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Без няй крутиться, господа, умеет обезьяна. Но эти без изъяна, без няни никуда. Пришлось проститься с няней Грин, она была кутила. С утра весь день крутила пластинку Лоэн Грин. И еще была одна вдова, так та играла гаммы. У нас от этой дамы болела голова. А няня Флинн ушла давно, поскольку вместо дела сидела и балдела под музыку гунона. Все ж крепка моя рука, давайте, не валяйте. Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Под музыку Вивальди со мною дурака. Ах, так и есть, да так и есть, живем как в балагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Везде разгром, везде садом, ужасная картина. То моль, то паутина, то корь, то скарлатина, то насморк, то ангина. Какой кошмарный дом. Вот этот кошмар продолжается до тех пор, пока в доме не появляется волшебная няня Мэри Поппинс. С ее появлением начинаются чудеса, в доме воцаряется счастье и мир. Но вот однажды в доме появляется другая няня, мисс Эндрю. Это еще папина няня. И вот она появляется своими солдатскими шагами и начинает тут же наводить свои порядки. На белом свете кустики, цветочки, сыт и срам. С дороги все, а вот и дети. Знаете ли вы, кто прибыл к вам? Знаем, знаем, мы сегодня ждем вас очень тут. Мы вас ожидаем тут. Наказание Господне, вот как вас зовут. Какая дичь, какая дерзость. Уши выдрать этому юнцу. Что за дикость, что за мерзость. Я должна все это дерзость доложить немедленно отцу. И сын, и дочь ужасны оба. Жалко, что отец их не сечет. А эта странная особа про Мэри Поппинс. Дайте немедленно расчет. Что вы, я считаю, Мэри Поппинс клад. Мама. Мэри Поппинс просто клад. Коли ее я рассчитаю, в доме будет она. Не подпускать ее к порогу. Все, что вы сказали, ерунда. И если я трублю тревогу, то чтить, слава богу, я не ошибаюсь никогда. Пара-пара-пам. А сейчас мне хочется перейти к разговору и о конкретном комедийном герое, о славном бароне Мюнхгаузене, который, как известно всем нам, и скакал верхом на ядре, и удачно это делал, осуществлял, и летал неоднократно на Луну, и спускался при помощи веревки обратно, вытягивал себя из болота за волосы. Все ему это удавалось, но драматург Григорий Горин в своей комедии «Комическая фантазия о жизни и смерти барона фон Мюнхгаузена» он выдвигает новую версию. Его не интересует, летал Мюнхгаузен куда-то или не летал. Для него самым замечательным является то, что барон Мюнхгаузен, оказывается, не врет. Не врет.
и спектакль Центрального академического театра Советской Армии достаточно убедительно это подтверждает. Итак, распорядок дня барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена на 30 мая 1776 года. Любопытно. Весьма. Подъем 6 часов утра. Не наказуем. Ну, знаете ли. Нет, я понимаю, что вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но не наказуем. Дальше, дальше, Генри. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды. Что вы на это скажете? Видите, позвольте взглянуть. Действительно, разгон облаков. И сегодня, как назло, совершенно чистое небо. Вы хотите сказать, что это его заслуга, да? Я ничего не хочу сказать, Феофил. Я просто отмечаю, что сегодня великолепный день. У меня нет оснований утверждать, что он разогнал облака. Ну и говорить, что он не разогнал облака, значит, противоречит тому, что видит. Мама! С 8 до 10 подвиг. Как это понимать? Вот так и понимаете, что с 8 до 10 у него запланирован подвиг. Ну, и что вы скажете о человеке, который отправляется ежедневно на подвиг, как на службу? Я сам служу, сударыня, каждое утро в 9 мне надо идти в магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Вы издеваетесь. Баронесса, я просто стараюсь сохранить объективность. Да к черту вашу объективность! Молчите вы! Успокойтесь, господа, успокойтесь. Мы дошли до очень интересного пункта. Посмотрим, что вы на это скажете, господин бургомистр. В 16:00 война с Англией. Господи, чем ему Англия-то не угодила? Один человек объявляет войну целому государству. Это нормально? Нет, вот это уже нечто. Вот это, пожалуй, можно рассматривать как нарушение общественного порядка. Конечно. А назначен бургомистр, чтобы в городе был порядок, и в городе будет порядок, господа. Я обещаю вам, война это не шутки. Война есть война. Обещаю, если это так, барон будет строго наказан. Слава богу, и у вас не выдержали нервы. Добрый день, господа. Здравствуй, кабина. О, господин Рампо. Здравствуй, сын. Вы позвали меня помолчать? Это я пригласил вас, дорогой Карл. Вы знаете, мне тут сообщили довольно странные известия. Я право, даже не знаю, как вам сказать. Ну, будто бы вы объявили войну Англии. Ну, пока еще нет. Война с Англией начнется... 4 часа, если Англия не выполнит условия ультиматума. Ультиматума? Да, неделю назад я им выслал ультиматум. Немножко позвольте, кому им? Выражайтесь понятнее. Королю Георгу, парламенту. Я потребовал от них прекратить бессмысленную войну с североамериканскими колонистами и признать их независимость. Срок ультиматума истекает в 16:00. Если мои условия не будут приняты, я начну войну. А интересно, как это будет выглядеть? Вы что, станете отсюда палить по ним из ружья или пойдете в рукопашную? Методы ведения кампании – военные тайны. Я не собираюсь разглашать, тем более в присутствии штатских. Так, я считаю далее бессмысленным продолжать этот бесплодный разговор. Господин барон, послав ультиматум, вы тем самым перешли всяческие границы. Война – это не покер, ну нельзя ее объявлять, когда вздумается. Фельдфебель! Вы арестованы, господин барон. Фельдфебель, прими шпагу. Господин барон, вы просили вечернюю газету. Ну-ка! Англия признала независимость Америки. Без 10:04 успели их счастье. Честь имею! Это немыслимо! Вы его отпустили! А что я мог? Но ведь это же чудовищное совпадение! Вы не бургомистр! Вы тряпка! Сударыня, что вы от меня хотите?
Англия сдалась! Роли исполняли Людмила Касаткина, Владимир Зельдин, Юрий Комиссаров, Анатолий Васильев, Владимир Бурлаков, Евгений Герчаков, Лев Шабарин. Я никого не удивлю, сказав, что первым искусством, которое несло юмор в массы, был цирк. Известный медик средневековья Амбруаз Паре говорил, что приезд в город комедиантов более благотворно действует на здоровье горожан, чем любая аптека. Это было сказано давно, но слова знаменитого врача остаются в силе и сейчас. Андрей Николаев. Артист цирка, клоун. Я сказал клоун, и на сцену вышел серьезный, скромно и элегантно одетый человек, совсем, в общем, не похожий на клоуна. И тем не менее, это большой специалист смеха. Андрей, у меня к вам, значит, будет, собственно говоря, один вопрос. Вы каждый день, ваша профессия связана со смехом, с юмором. И вот, что бы вы могли рассказать, может быть, забавного, интересного, может быть, порассуждать о смехе вашей профессии? Ну, прежде всего, я хочу начать с того, с чего начали вы. Я явился сюда, рискнул явиться в серьезном, нормальном виде, даже приоделся по этому поводу. И вот в тот момент, когда вы меня представили как клоуна, мне стало страшно. Потому что клоун не может выходить к зрителю вот в таком серьезном виде. Вот когда я надеваю на себя свой клоунский костюм невероятных размеров, ботинки 70-го размера и большой клоунский нос, хотя у меня и свой достаточный, вот тогда я обретаю какую-то самоуверенность, можно сказать, даже нахальство. Но, правда, иногда это нахальство и самоуверенность меня подводили. И в одной из реприз в манеж выносят огромную ванну, наливают в нее воду, и я залезаю в эту ванну и в ней купаюсь, в настоящей воде. И каждый раз, когда я влезаю и купаюсь в этой ванне, каждый раз я приглашаю кого-то из зрителей сесть со мной рядом в воду. Но обычно, как вы понимаете, никто не выходит. Так вот, однажды случилось так, что когда я пригласил зрителей, с первого ряда встал человек, вошел в манеж, снял с себя ботинки и сел рядом со мной в ванну. В более глупом положении я никогда в своей жизни не находился. Я, клоун, сидел тихо в углу ванны, и надо мной никто не смеялся, а над этим человеком, который вышел из зала, смеялся весь зал. Он плескался в воде, кувыркался в этой ванне. Наконец он встал и сказал: ну хватит, пошли выжиматься и сушиться. Я уверен, что вы могли бы рассказать десятки, если не сотни случаев подобного рода. И все-таки, несмотря на ваш такой вот одетый вид, жалко просто вас, клоуна Андрея Николаева, просто так со сцены. Может быть, вы что-то, покажете нам. Вот у меня с собой всегда такие обычные воздушные шарики, которые я покупаю в детском мире. Для тренировки я их ношу с собой. Так вот, для вас это обычный шарик, а для меня это музыкальный инструмент, на котором можно играть. Пожалуйста, я могу сыграть вам любую мелодию на выбор, эстрадную, классическую, пожалуйста. Ну, давайте тогда что-нибудь народное. Народное, ну давайте, что народное? Ну, я даже не знаю. Ну, светит месяц, действительно. Да. Светит месяц. Как видите, юмор по своим возможностям безграничен. Он в слове, он в звуке,
Наконец он просто в жесте. Пантомима «Пианист». Thank you.
Я не пропускаю, представляете, я пока удалось просто отсюда прорваться. Знаете, главное, нет, если был бы референдум. Конечно, все же там аплодируют, смеются. Речь идет об искусстве. Это же совершенно абсолютно нелепость. Это искусство, понимаете ли. Ну да, я совершенно наизусть знаю. Решительно все, у меня подруга, актриса, прекрасная актриса. Она один раз даже играла Дездемону. Ее своими руками душил народный артист Удмуртской ССР. Прекрасная. Прекрасная актриса. Очень интересная женщина. Она, вы знаете, такая есть внешность. Она была некрасивая, но породистая. Очень долго. Потом она долго работала в филармонии. Она была исказительница народных сказок. И очень умная. Вот даже трудно поверить, но очень-очень умный человек. Очень умная женщина, между прочим, вот у них как раз недавно они разводились, и он ее не отпускал ни в коем случае, ни за что. И она тогда замечательно ему сказала, да, удивительно просто она ему ответила. Она сказала, что любовь – это красивая трепещущая бабочка, и не хватайте ее за крылья грязными руками, иначе бабочка околеет. Не знаю почему, просто не помню, почему-то они разошлись как-то. Странно, потому что они, ну, конечно, как всегда бывает, там делили на стенку, что ли. Он буквально просто лез на стену. Но, между прочим, он литератор. Он литератор, он сам печатался. Он печатал раньше, он давно это было, он печатался в троллейбусе. Ну, это рифмованные стихи такие были. Там, ну, очень старые, что-то я ем повидло и джем. Это был нет, а потом у него большие вещи были. У него одна поэма была, она на меня произвела огромное впечатление. Я не помню сейчас, конечно, что там такое было, в общем. Но финал был исключительно, там сюжет такой был, в общем. Она, значит, летчица, она летит, и там, как это, значит, там так, такие строчки. И вот в решающей минуте, как бы играя и шутя, она летит на парашюте своим пропеллером вертя. Очень эффектно это было. Еще сам тоже, он сам очень интересный, прекрасно одевается, великолепно, очень содержательный человек такой. Идет, на него всегда обратишь на него внимание. Знаете, просто он идет, одет так всегда такой элегантный, такой выхолощенный. Как ты невольно обратишь на него внимание. Ну, у меня такое впечатление, что у вас голова болит. Я почему говорю, что я сама страшно бывает у меня вдруг совершенно начинается какая-то головная боль, причем особенно после бессонницы. Бессонница – это, знаете ли, такая мучительная вещь. У меня сказали, правда, очень хорошее. Мне сказали, прекрасное просто средство. Вот вы не поверите, насколько оно простое. Вы должны просто лечь и считать до трех. Вот вы просто считаете до трех и засыпаете. Но очень редко, когда до половины четвертого. Так совершенно безошибочно. А я вам скажу, что у меня было последний раз страшные были приступы головной боли, отчаянные. Это было, вы знаете, во время кинофестиваля последнего. Даже по телевизору многие фильмы эти показывали, которые были на кинофестивале. Да, показывали их. Но телевизор, конечно, я смотрю все. Я смотрю все, но есть особенно любимые передачи, особенно то, что вы никогда не подумаете, никогда не поверите. И вот даже, ну, в общем, много показывают, очень интересно. На обычаи смотришь, там вот в разных местах, разные обычаи. Вот сейчас, например, я совершенно не знала, понятия не имела. Оказывается, представляете, жених должен, так сказать, тут так вот сложилось, что он должен тащить, понимаете, невесту на второй этаж. Но ведь это хорошо, если они выиграли, понимаете, второй этаж, а если девятый, еще лифт сломается. Ну, правда, если, конечно, спортсмен. Причем спортсмен, не спортсмен, самое главное,
страшно трудно выйти замуж. Вообще, настолько трудно, я серьезно говорю, знаете, это труднее, чем достать джинсы. А сказать, значит, сейчас просто как-то нельзя обойтись, вы говорили, без джинсов. Это просто современность так требует. Это без... не достать, это просто какая-то уже очевидная невероятная. Моя любимая, между прочим, моя любимая кинопередача. Там такие вещи, правда, я не бывает, что я, конечно, ничего не понимаю, но это страшно интересно. Ну и науку-то я вообще обожаю, науку всецело, понимаете, интересуюсь ей просто высшей степени. И там вот показывают ученого, он там со всеми разговаривает, что такое, он все время, значит, должен доискаться до всего, ну, и там происхождение видов. Но я-то прекрасно сама и просто до него прекрасно знала, понимаете ли, уж это уж, ну, правда, почти все знают, что все люди произошли от Дарвина. Это широко известно. Но так вообще смотришь, когда, и видишь, что... Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли. Извините, я не знаю ваша фамилия. Моя фамилия Иванов. Ваша фамилия Иванов. Очень приятно, что я вас могу запомнить. Я вас очень прошу. Пожалуйста, вы знаете, там меня ждет человек. И не пропускать. И меня не пропускали. Я просто еле-еле. Вы знаете, прошу, вы пойдемте, пожалуйста. Да, а кто, пускай, пускай... А кто этот человек? Поэт, композитор, артист? Кто он такой? Кто? Абсолютно, он абсолютно трезвый. Вот вы поверьте, вы сами. Есть поэты, о которых говорить как о юмористах просто смешно, но которые знают, что быть всегда серьезным просто несерьезным. Всем известный вам поэт Андрей Дементьев. Вообще-то, ни к юмору, ни к сатире я никакого отношения не имею. Но с удовольствием принимаю участие в сегодняшнем вечере. Не имею отношения к юмору, потому что большинство моих стихов грустные, ну, на худой конец, серьезные. Правда, есть одно у меня, к сожалению, только одно веселое стихотворение, которое называется «Хор старушек». Существует такой хор в одном из городов, я даже слышал его выступление. И говорят, что в этот хор принимают людей не моложе 80 лет. Нам всем еще далеко до этого возраста, поэтому я прошу принять эти стихи как шутку. Хор старушек. Все традиции нарушив, под веселье кастаньет выступает хор старушек. Дирижером в хоре дед. Хор как хор, своя программа, песня просится в зенит. А мне мама целоваться не велит. Дальше звонче, дальше пуще, весел хор, хоть старый сед, этим бабушкам поющим вместе больше 1000 лет. Ох ты, Русь моя Россия, да чего ж ты молода, если бабки озорные позабыли про года. Вышла Марковна на круг, топнула ногою, ей кричит из зала внук, топани другою, и другою топнула, пол звенит, как медь. Я сегодня добрая, частушки буду петь. Мой миллионок, как теленок, лишь глядит издалека. Ох, и трудно быть влюбленной молодухи в старика, молодухи меньше 100 и никем не занята. Во дворе играли польку, свадьба в доме, пир горой. Жениху кричали «Горько!», жених 100 лет глухой. Мой старик залез в ракету, не спросившись никого. Видно, высадили где-то невесомого его. Песня снова разрасталась, пляска рвалась на простор. Чтобы встретить также старость, запишусь я к бабкам в хор. И я еще прочту одно лирическое стихотворение, которое тоже посвящено женщинам. В нас любящие женщины порою находят добродетелей запас. Мы в их глазах то боги, то герои, а их сердца как пьедестал для нас. Как будто мы и вправду так красивы и так мудры. Скорее наоборот,
Но никакие доводы не в силах столкнуть нас с незаслуженных высот, пока не хлынет разочарование, и все в обычном свете предстает. А бывший бог, улегшись на диване, других высот уже не признает. О, как же надо и любить, и жить, чтоб пьедесталы не давали трещин, чтобы высоты в сердце заслужить и быть достойным заблуждений женщин. У Любови Полищук такое хобби. Она коллекционирует женские типы, женские характеры. Выхожу сегодня рано утром. Ну, на дворе солнце, там птички поют. Во дворе соседка. Я ей говорю: какая же вы сплетница. Она мне говорит: у тебя муж, говорит, пьяница. А я улыбаюсь. Ну, мне хорошо. Я даже где-то счастлива. Только не знаю, где. Говорят, есть мужья, которые пьют и гуляют. С моим полбеды. Мой только пьет. Он не гуляет, это я точно знаю. С ним нельзя гулять. Он падает. У мужа пьяницы свои прелести. Вот соседка, она же от ревности вся высохла, как в обла стала. Все следит, как бы у него мужа не отбили. А я спокойно, мой выйдет, кто не отобьет. Отобьет, не рад будет. И в быту мой неприхотлив. Соседки целыми днями стирают, крахмалят. На каждой веревке по три простыни, все белые. А как же, и пьющим мужьям комфорт нужен. А моему все равно на чем спать. Мой вообще предпочитает на улице. Зато какая у него окружающая среда. Другие мужья там, например, когда их жены обижают, они даже не шелохнутся. А мой, мы с ним как-то вышли пройтись. Меня еще никто обидеть не успел. Смотрю, он уже бьет кого-то. Через две недели и один день вернули. Правда, таких долго не держат. В общем, с моим не соскучишься. Да кто сказал, что я плачу? Нет, ну, может, это и слезы, но они же сквозь смех, или наоборот. Вот. Пустынная улица, темная ночь, вокруг ни души. Ну, эти девчонки. А что было дальше? Вы сейчас услышите. Как-то ночью переулком шел с Бабеттою Каде. Темнота кругом, ни звука, ни одной души нигде. Побледнев, сказал Каде: моя милая Бабетта, Странно это быть беде. Говорит Каде Бабетта: он трусь, мой дружочек. Здесь мы ставим много точек, здесь у нас конец куплета. Там фанарам фанарам фанарули там, там фанарули там фанарули там. Здесь от страха холодея, в темноте Каде дрожал. Вдруг выходят два злодея, и у каждого кинжал. Говорит опять Каде: моя милая Бабетта, Странно это быть беде. Говорит Каде Бабетта: ну что тут странного? Не знаю.
Да, здесь, пожалуй, запятая, да? И опять конец куплета. Вор сказал, гони монету! И часы с кадес сорвал. А другой злодей бабе обнял и поцеловал. Говорит опять кадес. Мама моя милая, монета! Как же это, как же это, как же это? Он тебя поцеловал. Но молчит в ответ Бабета, разрумянившись как роза. Да, здесь мы ставим знак вопроса, да? И опять конец куплета. I'm paroled, not paroled, it all the time. I'm paroled, not paroled, it all the time. Paroled, not paroled, it all the time. А потом быстрее ветра. Быстрее ветра друг домой сбежал. А злодей всю ночь Бабетту, о, обнимая, провожал. Для одних грабеж беда, фам-парам-та-ри-да, а другим и горя нету. Странно это, странно это. Господа, и два настанет ночка, вновь идет гулять Бабета. Пора поставить точку, хоть и очень странно это. Прошу на сцену Михаила Жванецкого. Женщины, подруги, дамы и девушки. В чем радость и прелесть встреч с вами? Почему вы созданы такими? Нежная кожа, эти глаза, эти зубы и волосы, которые пахнут дождем, этот носик и суждения по различным вопросам. Товарищи женщины, дамы и девушки, назад. Вы уже доказали. Вы можете лечить, чинить потолки, собирать аппараты, прокладывать кабель. Хватит назад, обратно. В поликлиниках женщины, в гостиницах женщины, в ресторанах женщины, в КБ женщины. Где же прячутся эти бездельники? Она ведет хозяйство, она работает, она прописывает мужа и сидит в техническом совете. Она и взрослеет раньше, и живет дольше. У нас в новых районах одни старушки, где же старички? А вот бездельничать не надо, будем долго жить. Пьем, курим, играем в домино, объедаемся, валяемся на диванах, а потом к ним же в претензиях мало жить. Морщины в 30, мешки у глаз в 35, животы в 40. Кто нами может быть доволен? Только добровольцы. Лев пробегает в день по пустыне сотни километров, а волк. Все носятся по пустыне, ищут еду. Поел ли же? А у нас поел лежи, не поел лежи. У льва есть мешки под глазами? А брюхо? Имея он брюхо, от него бы сбежала самая унылая, самая дряхлая лань. Они зарабатывают, конечно, больше нас, наши женщины. С этим мы уже смирились. Они выглядят лучше, с этим мы тоже смирились. Они одеваются красивее. Сейчас мы пытаемся что-то предпринять. Жабо, кружевные воротнички, броши на шею. Ну куда? С лысиной на голове и брошью на шее далеко не уедешь. А какие у нас походки от долгого лежания на диванах и сидения на работе? А зубы от курения, употребления сладкого, соленого, горького и противного? А глаза, в которых отражается только потолок? Наши милые дамы,
наше чудо, наше украшение. Вставать рано, собрать детей этого типа на работу. Самой на бегу проглотить маленький кусочек. Успеть причесаться, кое-что набросать на лицо. Прийти на работу и выглядеть. И в обед занять очередь в 4 местах. И все успеть. Прибежать домой, накормить детей этого типа. И бегать, и вытирать, и шить, и починять. А утром будильник только для тебя. Для тебя будильник, как для тебя огонь плиты. Для тебя толпа и давка. Для тебя слова, шипящие сзади. А ты поправишь прятку и бегом. И любят тебя как раз не за это, к этому привыкли. Любят за другое. За кожу твою, ресниц твои. За губы, слабость и нежность твою. И тебе еще надо умудриться. Пробегая в день 50 километров, оставаться слабой. И ты умудряешься. Пойди пойми, что для него главное. И я люблю тебя за все. Меньше всего в праздник, больше всего каждый день. Только прошу, остановись на бегу, на работе, дома. Встань стройно, посмотри в зеркало. Поправь что-то в лице. Чуть сделай губы, чуть глаза. И реснички вперед и наверх. Покачайся, покачайся на красивых ногах и опять. А мы ждем тебя, ждем всюду. С букетиком и без, со словами и молча. На углу и дома приходи. Уже стоптаны туфли, уже падают волосы, и морщины режут, режут нас пополам. Приходи, пусть дождь, пусть снег, не все ли равно. Прошу. Михаил Жванецкий, автор известных монологов, интермедий, недавно вот выпустил пластинку и был сразу принят в Союз писателей. Михаил Жванецкий. Наступило время больших перемещений. Люди ездят. Над головой жужжат битком набитые самолеты. Они летят на юг. Такие же набитые самолеты летят обратно. Если бы Ту-104 имели подножки, на них бы висели грозди. В Воркуту билет достать невозможно. На Дальнем Востоке полно. На крайнем севере на каждом камне турист. В Москве, как обычно, вынесет из метро, ударит об забор и понесет в другое метро. Ваше счастье, если вам туда надо. В каждом городе полно приезжих. Откуда же они выезжают? Мы с друзьями встречаемся в Ленинграде, уезжаем от них в отпуск и там встречаем тех же друзей. Время больших перемещений. Половина людей едет туда, половина обратно, остальные стоят в очереди за билет. Мой дедушка 50 лет сидел камнем, вчера он двинул в Новосибирск с ответным визитом. «Где я только не бывал», — говорит один у костра. «В Крым ездил, в Сочи ездил, в Сухуми был, осталось в театр, сходите уже везде». Такое время. Каждый третий спрашивает, как пройти, каждый второй не знает. «Скажите, я впервые в вашем городе. Этот трамвай идет до вокзала?» «Да». «Значит, я сел правильно?» «Да». «Только сейчас он идет в другую сторону. Вы хоть сядьте туда лицом». Время больших перемещений. Массы двинули за город. В музеях демографический взрыв. Под каждым деревом семья. На одного лося 20 тысяч человек с фотоаппаратами. На малого зайца 40 человек с ружьями, собаками и удостоверениями. Волки растерялись. За каждым их движением следят по 18 человек, и в их стаю затесался самец с кинокамерой и билетом клуба кинопутешествий. За полярным кругом завыл белый медведь, опечатанный, окольцованный и зарегистрированный. 20 человек ждут, когда вынырнет морж. Он бы и не вынырнул, но его снизу подталкивают 4 аквалангиста. Рыба Кит по фамилии Джек с потухшим взглядом крутит сальто за пол ведра рыбы, которая свое уже открутила. 12 человек помогает льву охотиться. 2 держат козу, остальные показывают, где она находится. Люди ездят. Пообедать им уже неинтересно. Одеться им неинтересно. Они путешествуют. Они хотят видеть и слышать. И кроме желудка и тела доставлять наслаждение своей душе, чтобы еще полнее сделать то, что называется этим простым словом – жизнь. Прежде чем передать слово нашему ведущему, который сейчас выступит в своей основной роли,
писателя-пародиста, я хотел бы сказать об Александре Иванове несколько слов. В свое время Александр Иванов закончил один из московских технических вузов и несколько лет преподавал начертательную геометрию. Говорят, что профессия как-то накладывает отпечаток на человека. И действительно, по-моему, это так. Когда я гляжу на Александра Александровича, я почему-то всегда думаю о перпендикуляре. Предлагаю вашему вниманию несколько своих литературных пародий. Несколько пародий на стихи современных поэтов. Есть у Андрея Дементьева лирическое стихотворение, которое называется «Афродита». Вот четыре строчки из него. «Ее улыбка неземная звучит, как исповедь моя, и Афродита это знает и не уходит от меня». Я назвал пародию «Пенелопа». «Хоть о себе писать неловко, но я недаром реалист. Ко мне пристала Пенелопа, как, извиняюсь, банный лист. Она такая неземная, и ясный взгляд, и чистый лоб. И я, конечно, это знаю, что я не знаю Пенелоп. Я долго думал, в чем причина моих успехов и победы. Я долго думал, в чем причина моих успехов и побед. Наверное, я такой мужчина, каких и в Греции-то нет. До этого была Даная, за мной ходила целый год, и Афродита это знает, но от меня не отстает. Шла бы ты домой, Пенелопа. Московский поэт Егор Самченко написал: «И снова на дорогу один я выхожу. Какая это мука, когда рука молчит, когда звезда ни звука звезде не говорит». Совсем маленькая пародия называется «Сам себе звезда». Я вышел на дорогу, один без дураков. Пустыня внемлет Богу, но я-то не таков. Лежит на сердце камень, а звезды не в угу. Но уж зато руками я говорить могу. Мне, правда, намекали, мол, не пиши ногой. Не говори руками, а думай головой. Поэт Лев Щеглов написал: «Вот так живешь, живешь на свете наспех, и вдруг нисходит словно благодать, что ты уже не Лев Щеглов, а Каспий, и Волге, кроме, некуда впадать». Пародия называется «Когда живешь наспех». Вот так живешь, живешь на свете наспех, чудес немало видишь на веку. Вот я уже не Лев Щеглов, а Каспий, и на моем боку стоит Баку. Напрасно говорят, что я несносен, что сам в себе должно быть утону. Я выгоден, поскольку нефтеносен, я грозен, ибо делаю волну. В подобной ситуации недолго и ощутить внезапно благодать. Я чувствую, в меня впадает Волга, течет, и кроме некуда впадать. Во мне теперь осетра добывают, пловцы в меня пытаются нырнуть. Проснулся я, конечно, все бывает, но простыни придется простернуть.
И еще одна маленькая пародия. Московский поэт, хороший поэт, скромный такой, мой старый знакомый, подарил мне книжку своих стихов. Кстати, многие поэты дарят мне книги своих стихов, не думая о последствиях. Григорий Корин подарил мне книжку своих стихов, и там я очень быстро обнаружил, казалось бы, невинное вполне стихотворение, которое послужило мне поводом для пародии. Стихи такие очень даже милые, сентиментальные, такие добрые. Вот начало стихотворения. «Ты кроши, кроши, кроши хлебушек на снег, потому что воробей ест как человек». Я назвал пародию «Призыв». «Ты пиши, 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 сочиняй весь век, потому что пародист тоже человек. Он не хочет затянуть ту же поясок. Для него твои стихи — хлебушка кусок. Ты пиши, и мой призыв — не сочти залезть, потому что пародист тоже хочет есть». Дорогие друзья, наш конкурс «Моментальное фотоателье» завершен. Должен вам сразу сказать, что зал не ударил лицом в грязь. Победитель уже известен. Его записку я прочту последней, но этого человека я прошу подойти к лесенке и быть готовым взойти на сцену. 6-й ряд, 3-е место. Пожалуйста, пусть этот человек идет, а пока я прочитаю несколько записок. Значит, записки такие лучшие. Энергетический кризис. Мне очень нравится ответ «Велошипедист». «До Останкино подкинете». Прекрасная записка «Боливар не выдержит двоих». Грустная записка «Что-то в жизни перепуталось хитро». Записка, которая очень понравилась Григорию Горину. «Дон Кихот снимался вчера». И, наконец, записка, которая признана жюри лучшей. «Техосмотр не прошла». Товарищи, в качестве приза за лучшую записку лауреат получает пластинку, довольно-таки редкую, «Клуб 12 стульев литературной газеты» с автографами литераторов. Расскажи, ну и что происходит? Приезжий. Я Зыбин Михаил. Я работаю на Дальнем Востоке, курьер грузчиком. Приехал в отпуск. Да. Сейчас я хотел бы обратиться непосредственно к тем, кто сидит дома у своих телевизоров, то есть к телезрителям, и активнее вовлечь их в нашу передачу. Как известно, краткость – сестра таланта. Вот в литературной газете существует конкурс на короткий рассказ, конкурс, который называется «Клуб 12 строк». Это короткие 12-строчные рассказы. Я хотел бы попросить телезрителей присылать такие рассказы для нашей передачи, которую мы условно сейчас назовем «Вечера юмора Востанкина». Мы их отметим в следующей передаче. Что-то, очевидно, напечатаем в литературной газете. Один мудрец сказал: «Юмор не разрешает никаких вопросов, но помогает их разрешать». А другой мудрец верно заметил: «Пропал тот день, который прошел без смеха». Улыбайтесь шуткам друзей и шутите сами. Напоминаем вам, что мы ожидаем ваших рассказов «Клуб 12 строк». А также, хотя сегодняшний победитель объявлен, мы ожидаем ваших ответов, что бы это значило. Относитесь, друзья, к юмору серьезно, а к серьезному с юмором. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч, до новых встреч.